недавно себе тут девушку нашел. Мне с ней так по кайфу. Вообще ничего для нее не жалко. Ой, слушай, мне так коктейль нравится. Можете раз другой заказать? Конечно. Слушай, так очки кончатся. Как раз скоро лето. Выбирай любые. Какие сережки? Айфоны. Цветы. Ну, собственно, вот так мы и провели эти выходные. По счет, господа. Так, если ты не забыл, я неделю назад за тебя в метро платил. Да, докинешь оставшуюся сумму, ладно? Братан, я вообще-то за тебя тогда в Маке платил. Забыл, что ли? Пацаны, какого хрена? Ведь реально, ни для кого не секрет, что порой в современном обществе отношения заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Слушай, нам надо расстаться. Ну, собственно говоря, про это я вам и говорил. А твой друган всегда был, есть и будет твоим друганом. Братан, извини, что задержался. Шурму покупал. Я после учебы вообще голодный. Да я знаю, поэтому тебе тоже взял. Смотри, какая девчонка в красном идет. Вау, ничего себе, красоточка такая. Да, симпатичная. Все наши вкусы обусловлены модой. Возьмем, к примеру, девушек. Каких сейчас любят? Худых, словно из паблика, 40 килограмм. А еще каких-то 500 лет назад в моде были пышные формы. Посмотрите, сударь, какая прекрасная девушка. Не сочтите за грубость, но мне кажется, она слишком идеальна для вас. Вы посмотрите на эти пышные формы. Она еще и закончила Гарвард. Ровно так же, как и с музыкой. Если сейчас на волне хайпа LJ, мы летим на Сузуке быстрее скорости звука, то еще каких-то 50 лет назад все слушали рок и качали под AC/DC. Так вот, жертвы модного течения, хочу обратиться к вам. Прежде чем осуждать кого-то за лишний вес или за музыкальный вкус, сначала задумайтесь. Может быть, через пару лет все изменится. Машка! А я смотрю, ты в хорошей форме. Да, я слышала, ты где-то себе новую подстилку откопал. Зато она у меня такая огромная. Люблю ее безумно просто. Слышь, Полинка, пойдем покушаем, может? Ты что, не понимаешь меня, что ли? Я тебе 2 месяца уже твержу. Я похудеть пытаюсь. Ты не видишь, как я тебя поправила? Вижу. Пойдем. Классно. А ты-то как? Я в Макда. Да ладно, шучу я. У меня тоже все хорошо. Качок, стриптизер. Кормит меня просто шикарно. Ты себя в зеркало вообще видела? Мне противно с тобой рядом находиться. Ну, иди ты в очко, а. Блин, так рад за тебя. Ладно, я побежал. Всего доброго. Я тоже, давай. Давай. Пока. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастает. Какой он все-таки слабак. И каждый раз Надя прощает. Вы тоже обратили внимание на эту юбочку? Пойдет к блондинке познакомлюсь. Во-во-во, братан, подожди. Они ж тупые, пипец. А что это они тупые-то? Короче. Дорогой, дорогой, этот казанат что, правда настоящий? Конечно, настоящий. Она будет вести себя постоянно как ребенок, и тебе будет стыдно с ней просто находиться. Да? Блин, может тогда ко второй к брюнеточке? Братан, а теперь слушай сюда. Она будет тебя просто-напросто использовать. Я сказала, что будет именно так, и никак иначе. Ты меня понял? Понял. Да? Ну, по сути, вы правы. Ладно, господа, мне уже пора нахрен этих баб лучше в зоопарк скажу. Привет, познакомимся. Не, ну можно в принципе, а где тот мальчик в беленьком? Иметь худую девушку не всегда выгодно. И сейчас я вам расскажу почему. То ли дело встречаться с пухляшкой. Во-первых, у вас ее никто не украдет. Что-то я спать хочу. Ложись ко мне на колен. Что-то я спать хочу. Ложись ко мне на колен. Во-вторых, ее можно использовать как мягкую подушку. Чёрт, при мне есть собрался? Я вообще-то надеюсь, положил. Ладно. А мой где? Обижаешь. Ну и в-третьих, с ней вы можете кушать столько, сколько сами захотите. Если тебе понравилось это видео, то переходи ко мне в профиль прямо сейчас. Что? Ты хочешь сказать, я толстая? Зато не такая доска, как ты. Ты хочешь сказать, что я себе парня не найду? А это тогда кто? Ну все, дорогая, обувь вроде чистая.
можем ехать за вкусняшками. Наконец-то! А мы точно за вкусняшками? Точно, точно! Какая она обаятельная! Зубов красивее я еще не видел. Какой красавчик! Вот бы подошел познакомиться. У нас сразу закрутилась любовь. Я дарил ей цветы, она была счастлива. Мы бегали по лестнице, вверх и вниз, вверх и вниз. Как нам было весело. И я носил ее на руках. Я был настолько влюблен, что предложил ей свою руку и сердце. Ну, на самом деле все могло быть именно так, если б я был немножко посмелее. Пацаны, сейчас будет лето, сейчас тепло. Девчонки выходят на улицу, чтобы с ними знакомились, так что не теряйте минуты. Подходите и знакомьтесь, как это делаю я. Привет, я Глеб, да, познакомимся? Дорогой, ты знаешь, что это? Знак бесконечности. А как? Цифра 8. Скоро 8 марта! Что ей нужно, что ей нужно? Может, передарите ей носки и пену для бритья? Офигенный подарок. Зачем мне эта пена, если я давно пользуюсь электробритвой? Здесь могла быть ваша реклама. А может... Дорогая, с 8 марта. С 8 марта, говори! Это что такое? Не лучший вариант. Что она любит? Мама, половин, дорогой. Да, любимая? Угадай, как я пою? Просто супер. Мама, половин. Да, да, да! Дорогая, с праздником тебя. На баре синие, мы танцуем под минимум. Да, 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 я наложу музыку при монтаже. Кстати, магазин «Электробритв». Берите пример с микрофона. Да-да-да, ты красивая, но... Неважно, хорошо она поет или нет. Если вашей половинке это нравится, то нужно поддерживать. Люблю я. На баре синие, мы танцуем под минимум. Ребят, я решил, я хочу стать блогером. Ты серьезно? Ладно, я уже первое видео снял. Хотите посмотреть? Ладно, дадим ему шанс. Давай, извини нас. Че, вам понравилось? Тоже все так обидел, думал. Вот, вот это нормальная тема. Вот это. Только что вы увидели пример токсичного окружения. Такое окружение всегда будет поддерживать ваши плохие идеи. При этом хорошее, но никогда не поможет вам воплотить в реальность. А теперь давайте разберем другой пример. Чуваки, у меня для вас новости. Я решил стать блогером. Красава, бро! Я верю в тебя, сука. Слушай, может это, за успешный старт? У меня за себя предложили получше. Цените тех самых людей, которые помогают в реализации ваших стремлений и никогда не позволят уйти с верного пути. Малыш, 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 представляешь, мне предоставили на фотосессии мой отдельный гест. Господи, я просто всю жизнь об этом мечтала. Какое нахрен агентство? Сиди дома лучше. Ну, я хочу на фотосессию. Улыбнись. Ага, ага, давай. Отлично. На, выбирай. И не благодарю. Малыш, хватит чипсы есть. Потом еще зал запишешь, заниматься будем вместе. Какой зал, а? Вот, фильм начался, давай сядем посмотрим. Как же спорт? Ну-ка, рот открой. Ну-ка, пошире, пошире. Ага, ага. Трехочковый. Это называется баскетбол. Ну и хрен с тобой, без тебя буду заниматься. Ты меня все слушаешь? Блин, ты так надоела, я тебя бросаю! Пиво захвати еще в бутылочке две. Малыш,
Передо мной два стакана воды. Одна из них холодная, другая горячая. Смешивая, горячая всегда будет нагревать холодную, при этом остывая сама. Так вот, а какой ты стакан воды?